Вот сейчас на улице жара 30 градусов, в магазинах черешня, сливы, абрикосы, персики, помидоры. Казалось бы, время поститься. Но поста почему-то нет. Зато вот зимой, осенью и ранней весной, когда нужно есть только пельмени со сметаной и куриный суп, сплошные посты. Это мракобесие или что это? Нет, это не мракобесие, это профессиональная непригодность конкретных людей на конкретных должностях, которые используют постный устав, который писался несколько веков назад под совершенно другое сельское хозяйство и помогал людям жить. А сейчас не помогает, а мешает. Зато древние традиции. Ха-ха. От которых все дружно отреклись по первому же суровому приказу первовстречного светского чиновника, и все надели ритуальные маски, без которых нельзя ни покупать, ни продавать. Который может защищать от вируса, передающегося воздушно-капельным путем, только сверхъестественным образом, примерно как пояс с молитвой может защищать от пули. Заметьте, мы не хулим церковь и не оскорбляем ничьи религиозные чувства. Мы только вежливо и политкорректно показали конкретные факты.